Добрый день. Компания Guardi Systems представила на российском рынке новый беспроводной видеодомофон. Видеодомофон Guardi Bliss, работающий на частоте 2,4 ГГц, способен передавать четкое видео на расстоянии до 100 метров в помещении и 300 метров на открытом пространстве. Беспроводной домофон Guardi Bliss имеет встроенный 4-дюймовый экранчик. И сенсорное управление на лицевой стороне. Вызывная панель радиодомофона Guardi Bliss создана на базе MOS-матрицы с разрешением 420 телевизионных линий. Оснащена ИК-подсветкой до 4 метров и выдает угол обзора 92 градуса. Также в комплектацию входит блок питания для вызовной панели, блок питания для видеодомофона, крепежные элементы, для установки видеодомофона и вызовной панели на стену. Основное применение видеодомофона Guardi Bliss — это офисные помещения, частные квартиры и дома, где уже сделан ремонт и отделка сделана, и нет возможности или желания нарушать внутреннее убранство, сверлить стены для прокладки проводов и так далее. Подключить видеодомофон Guardi Bliss не составит никакого труда. Для этого в комплектации идут два блока питания. Один для вызовной панели, другой непосредственно для самого монитора. Мы подготовили заранее. Просто подключили блоки питания к сети 220 вольт. Пожалуйста. Домофон находит вызовную панель, соответственно, определяет ее и готов к работе через буквально несколько минут после подключения питания. Попробуем сделать вызов. Нажатием клавиши на вызовной панели. У нас проходит вызов. Мы можем сделать звук вызовной панели немножко тише, выбрать несколько мелодий, либо сделать ответ на вызов вызовной панели. Также можно открывать замок, но замок сейчас не подключен. Закончили вызов. Также можно просматривать вызовную панель, что находится, допустим, на площадке дома, нажав клавишу вызовной панели. Пожалуйста, вся картинка у вас отображается. На главном меню видеодомофона указан сигнал, мощность сигнала. И, соответственно, дата, время текущее и, соответственно, год, месяц и число, а также день недели. Домофон вне помещения, так как рабочая температура блока видеовызова вызовной панели от минус 20 до плюс 40 градусов, что в свою очередь увеличивает возможности домофона Guardi Bliss. Если вы планируете купить домофон Guardi Bliss, учитывайте, что и вызовная панель, и блок видеомонитора имеют отдельные блоки питания. То есть при монтаже домофона Guardi Bliss вам понадобится розетка и в квартире, и в офисе. Guardi Bliss имеет достаточно презентабельный вид,
эстетичный, который впишется в любой интерьер квартиры, офиса, либо дома. Имеет всевозможные крепежные элементы для простой установки, без привлечения монтажников, либо других специалистов. И вызовная панель, и сам монитор крепится достаточно просто. Более подробная информация описана в инструкции, которая входит в комплект домофона GuardiBliss. Она на русском языке. Здесь вы можете найти все интересующие вас вопросы. Варианты установки, варианты настройки, даты времени, также выбора мелодии. GuardiBliss очень интересная модель в обновленной линейке Guardi Systems. Она открывает новый виток в развитии компании и направлении беспроводных видеодомофонов Guardi. Спасибо за внимание, до свидания.